Здравствуйте, кто еще не умеет, не знает, что это такое, я научу вас делать брейк. Так, брейк значит, берете, например, вам нужное количество карт. Например, карта зрителя 7 крестей. И вы ее подложили под низ, под первую карту. Да? И чтобы не потерять и не поднять 3 карты, вы просто, ну, вам надо будет взять вот так. Берете в левую или в правую руку и ложите наверх, сверху просто мизинец залаживаете. И сверху эти карты, на мизинце они. Вот. Вот так оно выглядит. И просто, когда вам надо показать, что карта зрителя вверху, вы просто поднимаете 2 карты, показываете вот она вверху, ложите, оп. Магия. Показывайте, что тут другая. Потом ложите ее обратно. И все. Вот такой вот брейк.